служба многоктавы на гражданке, я уверена, что каждый из вас по праздникам не против немножечко совсем, да, выпить. Как видите, кто против немножечко выпить, кто не против немножечко выпить. Это самое смелое, люди забывают, девчонки. При начальстве сказать, что вы ну вот, и следующая песня. Как называется? Стаканчик, стаканчик. Oh,
песни или нет? Но следующая наша песня из третьего альбома. Это уже предпоследняя песня из нашего народного блока. Последний повод показать, что вам нравятся народные песни, потому что потом уже оденемся в кожу, и народного всего у нас не будет. Выходи, красный девица.
Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, мы еще не часть, мы еще не прощаемся, да. Речка-река.
Или нам кажется? Неправда! Неправда! Только так жизнь! Ну что ж, я скажу, как бывает с твоей жизнью? Почему сразу в моей? Ну не знаю, ты обычно у нас. Ладно, любишь любить плохих мальчиков. Да, именно. Сердце любит. А чаще всего... Чаще всего бывает, что мы влюбляемся не в того, кого нам нужно. Но вы ничего не подумайте плохого. Все классно. Это мы не про вас. Но в результате болит наше сердечко. О чем наша следующая песня? Мое сердечко. Thank you.
Иногда бывают такие ситуации, что женская дружба рушится как мел, только из-за того, что любимая подруга может тебя предать. Ты сейчас объявляешь следующую песню, и это же точно сказать. Конечно же, объявляю следующую песню. Мне так не кажется. Девочки, ты же давайте потом выясним отношения, что кто и кому сделал, а сейчас спою. Женя, как ты могла? Ах, сам как ты могла.
своих последних. И каждую секундочку, минутку мы вспоминаем о его нежных руках, о нежных губах, о его глазах. И следующая композиция, это называется «Его». И вы знаете, многие, кто здесь были на прошлом нашем концерте, наверное, знают уже слова. Нам будет очень приятно, если мы будем видеть, что мы пойдем вместе с вами. А его глаза. Она называется «С тобой». Все очень просто, когда любишь.
люди любят друг друга, они постоянно хотят находиться вместе, да? Конечно. И следующий месяц именно об этом, когда девушка ждала своего парня. Он не пришел, к сожалению, так грустно в жизни бывает. Но она все равно верила, что когда-либо ее любимый вернется к ней, и они будут вместе. С тобой. Yeah.
Это жесткие рок-н-ролл. Мягкие девичьи рок-н-ролл. Мальчики, да, просто пришли. Вот так. Кто нам нужен три смелых человека? Разве Галя слышала во всех главе на то, что тут один?